Надежду Васильевну сажают. 4 мая 2023 года. А это новый котик пристал к нам. Такой хороший. Продукты охраняет. Траву ест. Траву едят они для здоровья. Вот он у меня голубь, два интересные. Нормально все он. С ней живет, топчет, а яиц нету. Я под них подкладываю от других белых. И они хорошие такие родители. Ну, и свои, суррогатные. Редиска ранняя. Любишь редиску? Ты редиску любишь? А? Я ничего не слышу. А мне и слушать не надо, я снимаю, да и все. Тут все равно лишнее не напишешь. Какое место дал прекрасный Господь. Просто радость одна. Тут есть такая, сказать, как плита. Идешь к мосту, как посвященная в память бывшего мэра Баварина Владимира Николаевича. Он 39 года, в 2003 погиб, 60 лет было. Он нам так много помогал. И вот это здание, напротив его мы фотографировались по рукам, что 11 лет шел суд, и меня одну 200-ю часть выделили только. И вот 13 соток здесь и два здания. В этом у нас церковь есть, вот, а в этом мы живем, две квартиры. Я как только оставлю, там плита, не плита такая, вот как пюпитр такой, ну, хороший, на английском языке. И я всегда там останавливаюсь и три поклона делаю. Три поклона. Господи, упокой его в обителях небесных. Я узнал, что он верующий был, мне сказали. Если молитва не угодна, прости, Господи. Он был очень хороший для нас. И снимки сохранились удивительно. 4 снимка. Газета «Алтайская правда», это главная губернская, это все опечатала, мы там стоим. Лапкин предпочел храм недвижимости. Вот. Это бывшее здание свода. Спасение на водах. Позвонок был, чтобы открыть ворота. Вот я их открыл, ворота. Жду. Тут надо открывать уже. Открывать надо вот это виноград. Вот я его буду открывать сейчас. Вот он. Уже плюс только будет минус.